Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство сканвачного. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим «Не беспокоить». Итак, нажимаем на кнопочку и далее листаем вниз. Ищем настройки, находим, листаем вниз, и здесь у нас есть режим «Не беспокоить», и просто нажимаем вот сюда на колесико, чтобы включить его или выключить. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.